Какие страны ЕС продолжают давать россиянам шенгенские визы? И какие есть нюансы? Испания – одна из стран, которая лояльнее всего относится к выдаче виз гражданам нашей страны. Примерный срок рассмотрения заявки – 2 недели. Все еще нужен признанный в Европе сертификат о вакцинации, сертификат о перенесенной болезни или же отрицательный ПЦР-тест. Италия – это одна из тех стран, которая готова выдать визы на длительный срок, без предъявления кучи документов. Здесь не требуется предъявлять оплаченные брони жилья. Срок рассмотрения документов – 2 недели. Единственное, ближайшая запись возможна не раньше ноября. Франция. Туристы, у которых уже были шенгенские визы Франции, могут даже рассчитывать на выдачу визы сроком до 5 лет. Однако здесь необходимо больше терпения, чем в случае с Испанией или Италией, поскольку окна на подачу появляются редко. Запись не открывалась уже почти месяц. Заявления рассматриваются в среднем от 10 дней до 2 недель. Германия. Ближайшую свободную дату на подачу заявления необходимо уточнять непосредственно в визовом центре.